В Елабужском институте КФУ состоялось очередное занятие детского университета. В этот раз ребята побывали на уроке ментальной арифметики, на котором узнали способы быстрого счета в уме. А во время игрового квеста «По следам братьев Гримм» юные студенты посоревновались в знании сюжетов сказок. На уроке информатики ребят ожидала увлекательная игра, с помощью которой они изучали устройство программного кода и сами учились строить алгоритмы. Завершающее занятие в виде игрового квеста было посвящено грядущему празднику 77-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я был на мастер-классе по шагам братьев Гримм и на арифметике. Мне понравилась арифметика, потому что я как бы давно раньше ходил, и, ну, я помню знания. Сейчас я только что из квеста, который назывался «Военная азбука». А до этого я ходила на кодирование. Мне больше всего понравилась «Военная азбука», потому что мы там делали катапульту и стреляли в танки. Я хожу в детский университет более 2 лет. Можно новых знакомых завести, там познавательное что-то. Оно дает нам пользу. Мы учимся что-то делать, что-нибудь делать, там программировать или узнаем что-то. Что из старого. Елабужский институт КФУ приглашает всех юных елабужан на следующие занятия детского университета, которые традиционно будут проводиться до конца учебного года. Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.